Партнер проекта – жилой комплекс «Цветы Прикамья». Все, о чем мечтали, вы найдете в ЖК «Цветы Прикамья» на Кронштадтской. Добрый день! Если вам кажется, что деньги со счета мобильного телефона стремительно улетают, проверьте, как обстоят дела с вашими платными подписками. Эти монстры плодятся быстро, уследить за ними не успеваешь. Ну а на выходе вы платите и за разговоры, и за разные сервисы, которыми не пользуетесь. Причем лишние расходы могут составлять до половины счета. Как это сделать? Первое, что стоит сделать, зайти в личный кабинет на сайте вашего оператора. Он есть у каждого абонента, даже если вы сами никогда его не открывали. Чтобы увидеть весь список подключенных услуг, откройте в личном кабинете вкладку «Тарифы и услуги». А дальше в «Услугах» вы увидите список всех активных на вашем номере подписок. И там уже выбираете, что вы хотите оставить, а от каких избавиться. Можно действовать в обход личного кабинета. Набрать бесплатный сервис с мобильного. Номер тоже можно найти в сети. Изучить все привязанные к телефону платные услуги и отключить ненужные. Ну и третий способ узнать, какими подписками вы не пользуетесь, но за них дисциплинированно платите. Позвоните оператору по короткому номеру. У каждого он свой. Найти его тоже можно в сети. Не платите лишнего. Это правило денег.